Привет всем, друзья! В этом видео покажу и расскажу, как завести после долгого простоя бензопилу, бензотриммер, бензокосилку, также мотоблок и тому подобное. Бензопила у меня очень долго лежала, и я ей не пользовался. Долгие попытки завести ее не увенчались успехом, что бы я только ни делал. Попробую еще немного помучиться. Попереключаю дроссельную заслонку. В душе надежда еще завести бензопилу есть. Старый бензин в бензобаке делает свое дело. В камере сгорания не хочет воспламеняться. Перед тем, чтобы заводить бензопилу, я ее хорошенько потряс, чтобы остатки старого бензина в бензобаке перемешались. Хватит мучиться, пришло время ее завести. Для этого нужно снять кожух, со свечи снять высоковольтный провод, свечу открутить. Свеча вся сухая. Это говорит о том, что бензин в камеру не поступает. Теперь понадобится бензин и небольшой шланчик. В шланг необходимо засосать немного бензина и со шланга в цилиндр залить его немного. Сейчас поближе покажу. Свечу закрутить в цилиндр. Ключом затянуть. На свечу поставить высоковольтный провод. Пришло время завести бензопилу. Немного подергав стартером, пила ожила. Старый бензин очень сильно дымит. Теперь дроссельную заслонку нужно поставить в свой рабочий режим и акселератором немного погазовать. Пилу я сейчас заглушу. И снова заведу. Таким образом я проверю на работоспособность пилу. Все отлично заводится, но дыма очень много. Нужно обязательно поменять бензин. Для полной уверенности я сейчас еще раз заведу пилу. Все отлично заводится, и не нужно ее вести в мастерскую на ремонт. Отдавать бешеные деньги за несуществующий ремонт. Осталось только кожух поставить на место, и можно пользоваться пилой. Кому видео понравилось, оцените лайком, не забудьте подписаться.